Я являюсь дольщиком жилого комплекса «Немецкая деревня» с 2013 года. Наше реальное строительство наших литеров началось через год после того, как мы проплатили деньги. И на данный момент мы до сих пор не можем получить свое жилье. Мы много раз обращались в различные органы. Это администрация города Краснодара, это прокуратура города Краснодара, Краснодарского края и Прикубанского района. Получили очень много ответов, но в итоге стройка она никак не сдвинулась. Строительство уже длится 4 года, и администрации города Краснодара не принимаются никакие меры по тому, чтобы каким-то образом наказать застройщика или же чтобы он реально сдал наши квартиры. И на самом деле они только поощряют. Почему? Потому что последний раз разрешение на строительство продлевалось на 5 лет до 2022 года. То есть, ну, мы не понимаем, хотим задать вопрос, то есть, на каком основании было выдано это разрешение на строительство. Я являюсь отцом многодетной семьи, то есть мы вложили материнский капитал. Прошу обратить на нас внимание и все-таки заставить застройщика достроить наши дома.